Во Владивостоке открылся общественный штаб по наблюдению за выборами, и уже состоялось первое заседание. В ближайшее время начнется набор наблюдателей. По предварительной информации, на участках их будет задействовано примерно 5376 человек. У нас 1296 стационарных участков, 48 временных участков. В соответствии с нормативами мы набираем 2 наблюдателя на 1 участок. Находятся они там попеременно. Вот у нас один день, основной день выборов, и 3 дня предварительных. Помимо наблюдателей, в штабе будут работать информационный отдел, который займется мониторингом СМИ, а также будет разбираться с фейками в соцсетях. Юридический отдел даст оценку информации от наблюдателей и мобильные группы. Они будут выезжать по всем спорным случаям. В ближайшее время начнется учеба этих наблюдателей, там определенная методика. И, конечно же, мы хороший опыт получили на предыдущих выборных кампаниях. И сейчас будем более и более совершенствовать навыки наблюдателей, которые уже работали в предыдущие разы. И, возможно, это будут и новые люди. Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании депутатов Государственной Думы, глав 11 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах Российской Федерации. Алина Черненко, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.